Пять причин закончить отношения. Первая причина – вас не уважают. Уважение – один из базовых постулатов, на которых строятся долгие, успешные, гармоничные отношения. Если человек не уважает вас, ваши взгляды, ваше мнение, ваше увлечение и ваши ценности – это большая проблема. Вторая причина – вас не ценят. Уважать еще не значит ценить, а ценить еще не значит уважать. Если человек не ценит то, что вы для него делаете, ваше время, ваше внимание, вашу заботу и ваши подарки – это также большая проблема. Третья причина – вас не слушают. Отношения – это диалог, это не монолог одного человека. И умение слушать очень важно в любых отношениях. Если человек не готов слушать ваши замечания, вашу конструктивную критику, ваше мнение, стоит задуматься. Четвертое. Вас не понимают и вас не хотят слышать. Мы все разные, и в любых отношениях есть сложные моменты, есть непонимание, но умение слышать человека очень важно. Слышать – это понять, что человек хочет донести до вас. Ну и пятая причина – вас не любят. Вас могут уважать, вас могут ценить, вас могут слушать, понимать и слышать, но если вас не любят, все остальное не важно.